Всем привет! Хочу показать, как я использую бустер для лица Optimals от Oriflame. Он идет как антивозрастной. Итак, омолаживающий. Сейчас я вставлю информацию, делайте на паузу, читайте. Еще здесь присутствует экстракт водорослей, которые увлажняют и питают мелкие морщины. Также цветы имбузины, молочная кислота. В общем, прочитайте. Итак, начнем. Но для начала нам нужно очистить кожу лица. Я буду использовать спонж коньяку. Я его уже вот размочила. Он с углем. Вот так он выглядит. И умывалка от Novage. Вот. Я наношу на руки. Можно прям сразу на спонжик. Вот такой вот. Она консистенция. Но это много я нанесла, чтобы было видно. А так одного нажатия достаточно. И распределяем по лицу этим спонжиком. Кожа получается просто шикарная. Мы очистили лицо, умылись. Я использую эссенцию увлажняющую от Novage. Она очень глубоко и очень сильно увлажняет. Вот так вот она выглядит. Такая густоватенькая чуть-чуть. И нужно совсем чуть-чуть ее. Этого пузыречка у меня уже, ну вот год уже прошел. Еще никак не закончится. Берем крем. У меня это будет крем-лифтинг. Приступаем к комплексному уходу лица. У меня закончилась сыворотка от такого набора. Поэтому я сейчас использую бустер. Как он используется? Он очень концентрированный. Беру лопаточкой крем. Тут уже мало осталось. Берем бустер. Так. И всего лишь добавляем. Всего лишь добавляем. Две капельки. Все. И также этой лопаточкой прямо здесь перемешиваем. Так мы используем бустер, потому что он очень концентрированный. Так наносить на лицо, его не разбавив с кремом, нельзя. И также лопаточкой просто беру и наношу на лицо. Ну и все, наносим на лицо. И, конечно же, крем для век никто не отменял. А с этого комплексного ухода от лифтинга у меня тоже закончился крем для век. Я сейчас использую Royal Velvet. Вот. Пользуюсь кремом для рук, кстати, вот это алоэ, я уже разрезала. Ну вот, все тоже заканчивается. Очень классный крем, так классно увлажняет и не оставляет липкого следа вот на руках. Мне очень тоже эта кремушка нравится. Собираю пустые баночки, в конце месяца буду их тоже показывать. Так что вот так вот пользоваться этим бустером. Мне очень нравится, какая после него кожа. Она такая, как бархатная такая становится. Ну и любимый мой бочоночек, это вот такой вот синий с северными ягодами. Тоже используем для увлажнения губ, кутикулы. И локоточков. И, кстати, еще иногда, ну как иногда, два раза в неделю или три раза в неделю умываюсь, использую гидрофильное масло. Оно очень-очень сильно очищает, поэтому тоже на заметочку себе возьмите. Сначала гидрофильное масло на сухую кожу лица, затем, ну, втираете, затем увлажняете руки водой. Споласкиваете это все, она превращается в такую эссенцию, как молочко делается. Жирность практически не остается, но я потом просто умывалочкой прохожусь, и кожа просто такая чистая, прям очень все очищенное. Иногда прохожусь просто мицеллярной, либо тоником на свое усмотрение. Также покажу еще масочку, которая мне нравится, увлажняющая тоже от Optimals. Ну, тут я могу много все еще чего показывать. Хотела показать всего лишь, как пользоваться бустером для лица. Всем хорошей кожи, всем быть красивыми. Пока-пока.